Здравствуйте! Сегодня мы будем готовить бисквитный пирог с консервированными персиками. Для этого нам понадобится 1 стакан муки, 1 стакан сахара, яйцо 5 штук, банка консервированных персиков, пол чайной ложки сливочного масла и муки, чтобы смазать форму, и 1 столовая ложка сахарной пудры. Разбиваем 5 яиц, желательно охлажденных. И начинаем взбивать на слабой скорости, подсыпая сахар. Постепенно увеличиваем скорость. Консистенция должна стать светлой. Затем постепенно начинаем всыпать просеянную муку и постепенно перемешиваем до образования средней густоты. Заполняем нашим тестом смазанную сливочным маслом форму. Ее можно чуть присыпать мукой, чтобы пирог хорошо отходил и в то же время прекрасно поднялся. Выкладываем персики по кругу формы. Нагреваем духовку до 180 градусов и ставим наш пирог на 35-40 минут. Наш пирог отлично пропекся, и все персики оказались сверху. Вы можете посыпать пирог сахарной пудрой, и он станет еще аппетитнее. Приятного аппетита! Спасибо за просмотр! Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал!